Всем привет! Вы на канале Зимна Татьяны. Если вы впервые, то жмите кнопочку подписки, лайк, колокольчик, ну и пишите комментарии, а также заглядывайте по ссылочкам в описании в группу ВКонтакте и группу в Телеграм. Если вы не знаете, во что поиграть, то этот плейлист именно для вас. Мы разбираем игры разного жанра. Сегодня на обзоре у нас игра Honkai Impact 3 RD. Чем-то она напоминает Honkai Star Rail, которая от компании Genshin Impact, и это у нас создатели Михаю и продолжение игры Honkai Gakuen. Ну что ж, давайте начнем. Что, у нас пока заставка идет, давайте прочитаем про эту игру. Значит, действие игры Honkai Impact происходит в альтернативной версии нашей Земли, переживающей серию мировых катастроф, называющих Honkaim или Honkaim, не знаю, зловещей силой, обладающей собственной волей, убивающей и превращающих людей в зомби. Ну ладно. Способной порождать ужасных монстров, чудовищ Honkaia. Honkai выбирает особых людей, известных как Хёррешеры какие-то, типа судья, неделя их богоподобно, наделяя их богоподобным мощью, способной вызвать конец света. Honkai появляется в мире и начинает апокалипсис всякий раз, когда цивилизация на Земле становится слишком развитой, повышая. Прошлая эпоха закончилась 50 тысяч лет назад до наших действий текущей игры, после того, как 14 Хёррешер уничтожили человечество. Блин, я все пропустила. Так, опа, какие-то анимешные девочки. Ну, чё. Ну, я не знаю, ребят, я не знаю. Мне Оля сказала, что она немножечко поиграла и говорит, я, честно говоря, устала там все это дело читать. Так, можно это как-то скипнуть? То есть на показывают персонажей каких-то. О, вот это мне нравится. Такая, розовенькая, симпатичная. Так, скипаем. Давайте скипаем. Иначе мы тут так долго будем смотреть. Так. Тут опять еще загрузка. Опять нам ждать. Но игра, ребята, весит очень много. Если честно говоря. Я посмотрела, сколько там рейтинг был у игры. 4,5. Ну что ж, давайте я подожду загрузку и вернемся к вам. Ну что, я помылась, ребята, на 3 раза голову намыла, и у меня только через час загрузилась. Представьте, как долго вам придется ждать этой загрузки. Так, что там у нас? Селект, логин. Ой, а так просто нельзя. Ну, можно как-то скипнуть это все. Но тут просто, знаете, у нас анимешный мультик прям показывает. Это так все игру будет? А можно? О, спасибо, скипнуть, отлично. Потому что я как бы не хочу это слушать. Иначе мы просто затянем видео, знаете, на сутки, если так будем. Так, Киана. А у меня работает? Да, у меня джойстик работает на компьютере, отлично. Так, понятно. А, вот она. На, получи. Что плохо, что на английском все. А, то есть мы еще эту фигню должны убить. Я так понимаю, пока автобоя у нас нет. Ну, давайте отфигачим ее. А, еще куча. А это, я так понимаю, так зомби выглядит? Эй, не надо меня, пожалуйста, бить. А, это кувырок у нас. А если я отпущу джойстик? А, ну все, она сама бьет. Главное, автоцель сама видит. И чё я... у меня тут большой бум есть. То есть я джойстик сейчас даже не держу, чисто вот это зажимаю. Но я на мышке, ребят, если что. А там, я не знаю, будет ли зажим работать постоянно, чтобы она била. Ну, знаете, вот, если честно, я бы хотела автобой. Ну, для ленивых, как говорится. Так, опять у нас что-то. Летит. Башня. Слушайте, напоминает события, помните? Так, по мотивам. Дальше что у нас? Понятно, это фигня. Это опыт, что ли, заполняется? А, СП. Ультимейт, атак. Орпик. Так, на бум-бум разбираться.
Поехали, побежали. Что надо? Вот. А, вот этих баб надо убить. А, все, я поняла. Короче, видите, до 135 доходит, и вот этот главный скилл бума. А, нет, слушайте. Не поняла, а почему она обратно уходит? А можно как-то нам повернуть это все дело? Ты где там? Извините. Извините. А, так я... Я просто колонну фигачила уже. И что, я просто вот так буду всех фигачить, что ли? А есть у меня кнопка, кстати, на компьютере, хотел сказать, на клавиатуре, чтобы я ее зажимала, я набила. Просто мышкой постоянно клацаю, чтобы вам там звук мыши был слышен. Так. Опять отфигачила всех. А что-нибудь интересное это будет, кроме вот того, что я бью всех? Скип, не хочу дальше смотреть я. Опять я лечу куда-то. Эй, слышь, ты, мудила из Нижнего Тагила, на! Ну я пока зомби тут не вижу, тут просто какие-то крылатые машины, какие-то девочки с мечами. 51 хит, 52 хит. Да когда ты же сдохнешь-то, а, уже? А я не вижу, где у меня... Ой. Ой, это меня так кикнули? Это большая какая-то фигня. Не, вот смотрите. Все, доперла. Я-то привыкла, что у меня в другой игре над головой полоска, я вижу это свое ХП и ХП противника, а тут оказывается просто наверху длинное. Все, я теперь буду понимать. Х2. А где, где, где? Алле, алле, я тебя не вижу. Куда улетела-то? А я что, все что ли? Блин, я ж вроде не зафигачила ее. Ладно, пофиг, давайте. Пока мне не интересно, ребят. Во-первых, мне не интересно, потому что я постоянно должна клацать мышкой, если я на компьютере, это мне надо смотреть, на устанавливать на кнопки, например, все вот эти функции, это раз. Во, автоплей, спасибо, вы меня услышали? Или это просто чисто автоплей для разговоров? Скип. Я-то думала, автоплей для боя, нифига. И что, я куда я должна бежать? А, вот ты моя хорошая. Дарон, вот ты моя хорошая, давайте вас. На. А, еще одна появилась. Не надо в меня стрелять. У меня, например, лука нет. А есть какие-то скиллы там, чтобы я с оружием, или просто у меня такой чисто ближний бой? Так, окей. Все, автобоя пока я не вижу, чисто автоболталка. Но я читать не буду это, во-первых. Во-вторых, так. А что дальше? Да мне надо развернуться. А почему я экран развернуть не могу? Интересно дело. Это только так, что ли? Фуф. О. А, или у меня с игрой какие-то проблемы? А, это у меня с головой проблемы, потому что я не ту кнопку сжала. Но почему я не могу развернуть экран? Хочу лицом ее видеть и бить. Непонятно. Ну ладно. И дальше что? Ну, побежали дальше. А мы дальше не побежим? А, все, побежим. А, типа, опасность, опасность. Сзади, 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 сзади. Не знаю, ребятушки, как в Геншине, есть ли какие-нибудь вообще, как бы, задания, я не играла. Напишите, пожалуйста, если вы играли. Ну, просто если я так всю игру буду бегать и просто тупо мочить, зачем тогда прикладывать такие усилия для такой прорисовки?
и всего две кнопки. Да я не хочу пока этот скилл использовать, если что, если вы про это. Вот, видите, я пытаюсь развернуть экран, но у меня экран не разворачивается. Либо у меня экран не разворачивается, потому что у меня игра заглючила на компьютере. Что такое может быть? Либо это специально так сделано, чтобы вот чисто так со стороны видеть. Максимальное время типа, прохождения, сколько я заработала. Вообще, вот, понимаете, какой-то, так, 6-й уровень. Вот, я теперь вижу, какой у меня уровень. А, ребята, я хотела бы больше кнопок, но в любой игре больше кнопок. Какие-то нам ингредиенты дают, коины, экспо. Может быть, дальше что-то будет? А, ну слава богу, хоть что-то уже появилось. Все, я-то уж думала, я так всю игру буду бегать. Ну, так я нажала я. Level up. Плюс. Конфиг. Не, ребят, что-то вот, не знаю, мне пока не заходит. Качество, как говорится, не моей мануфактуры. Даже если не на русском игра, меня это как бы не тревожит. Как бы тут и так все понятно, как бы пальцами тут все тыкается. Пистолеты. Это заточка, короче, ребят. До 10 уровня заточилась. Окей, хорошо. Так, все, а выйти как... А, вот, бяг. Скиллы. Пятого. Так, что-то... А, вот еще один можно повысить. Сорян. Альфуша у меня там возмущается. Так, все здесь я сделала. Бэк. И что дальше? Level up. Интересно, я буду бегать одна, или я буду бегать все-таки... Давайте максимально, сколько есть. Или я буду бегать все-таки с кем-то. Я, честно говоря, не понимаю. Ну, все как бы тут. То есть, какие-то у нас даются... Так, attention. Добавляем... А, вот эту новую чику добавляем. Кучо. Тут там мы разговариваем. Во, сейчас у меня крутится экран. Ну, хорошо. А, типа, посмотрите, новый навык у нас. А, нет, давайте бить все-таки. Типа, мы ее так связали. А, да, это связывание. Убили. А надо забирать монетки, или они сами будут падать? Ладно, заберем, мало ли. Так, а, теперь мы можем вот эту чику применить. То есть у нее мечи. Вау. Вот это мне больше нравится. Такая. Монетки. Дальше. А тут что-то надо делать? Не понимай. Я твоя, не понимай. Ну, нажать-то надо куда-то, нет? Ладно. Не надо, так не надо, все, побежала я дальше. А, нет, подождите, вот. Нет, не могу менять. Здесь что-то надо сделать. Девайс, слэш. А, все, нажала. Слава богу, блин. Дошло наконец-то. Ладно, все, беги дальше. Хочу. Так прикольно они озвучивают. Так. Кыть. Не знаю, ребятушки. По мне так интереснее какие-то вот конкретно задания проходить. Но это по мне. Ой, как... Что это такое? Что это идет? А, блин, это какая-то лошадка. А, короче, это типа рыцарь такой, робот на лошадке. Ребята, ну, по моему видению, зомби немножко по-другому выглядит. А, на, еще получи. Тыщ. Не знаю.
Не знаю, как и вам. Ну, чё-то вообще мне не катит. Прям как-то разочарована даже. Что тут еще есть? Ну, в общем, короче, давайте подведем итоги. Иначе мне уже скучно становится, ребят. Ребят, я готова простить отсутствие русского языка. Возможно, я бы еще стерпела отсутствие автобоя, но это просто, скажем так, не особо удобно постоянно клацать на клавиши. Возможно, когда-нибудь там через часа два он бы появился, возможно, но это не точно. Но что я не готова простить, это отсутствие заинтересованности в игре с первых ее минут. То есть я должна зайти в игру, и она меня должна сразу же затянуть. Однотонность игры и постоянная болтовня меня сильно напрягают, ребят. Если я зашла в Neverland, просто там сразу куча всего, одно задание, второе задание, все понятно, то здесь для меня как-то ну не особо. И мне стало скучно. То есть я 10 минут поиграла, да, скажем так, и я час ждала этой загрузки. Я, честно говоря, эту игру не поняла, в чем прикол. Возможно, там какие-то задания будут, но это не точно. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу. И всех люблю, целую, обнимаю, обожаю. И всем пока-пока! Муа!